Приветствуем вас всех. Сегодня будем снимать распаковку. Давайте, Павел Иванович, вскроем первый бокс. Что это у нас здесь? Покажите нам. Вот такая штука к нам пришла. А вторая? И такая. Дорогие, наверное. Очень дорогие. Не то чтобы очень хорошие, но очень дорогие. Смогу давайте. Могу ли их открыть трясущимися руками? А вы узнаете, кто здесь на фотографии? А местные. Ты вниз-то, вниз-то опусти. Местные. Сейчас кто-то чисто распаковываем, посмотрим внешний вид, а потом уже будем сравнивать, тестировать. И снимем обзор на данные девайсы. Что это, компьютер, что ли? Надо как-то открыть, наверное, вытащить, что ли. Так вот, вот. И здесь. Ну, давай. Что это за Raspberry Pi? Это тандем, модем. Так, надо его как-то положить. На EC25EU, SMD-шный модем, впаянный. Такое вот устройство с ланом, говорят, с подогревом. А с подогревом можно и протестировать. Имеет ПУЕ питание и две сим-карты. То есть, в принципе, у нас даже есть с чем его потестить. Есть аналогичное устройство. Я нашел на применение уже. Так, в комплектации есть еще какая-то GPS-антенна. Давайте посмотрим. Тоже, кстати, интересно. И, ну, два стандартных пиктейла для подключения. То есть здесь мы на устройстве видим GPS и два разъема подключения. Вот такая вот плата. С виду качественная. Текстолит. Ну, тонковато, если честно, но... Да просто мы скажем, внушает он тебе доверие или нет? А тут же непонятно, надо сначала проверить все. Давайте откроем вторую. Я им применение нашел, если не с подогревом. А здесь у нас должен быть распаянный EM модуль. Ну, так же это все. Давайте вот поковырим. Посмотрим. Пока Павел открывает, пиктейлы посмотрим. Ну, пиктейлы стандартные. Да, ну, заклеены все. UFI-L, разъемы, здесь и смажка. Есть даже болтики. Пакетик не антистатический, как у микротиков, но, в принципе, нормальный. Зато трястись не будет. Вскрыл, да? Ну, как-то так. Распаковка долгая. Внутренняя. Да. Но применение я им уже нашел. Как раз две штуки. Плата. Модуль. А, здесь даже ЕЖ. Да, здесь не ЕМ, это перепутал. ЕЖ-06Е. В принципе, такое же технологичное устройство. А может быть, кстати, здесь я, может быть, что-то путаю. Я, правда, не изучил еще до конца. Это может быть Wi-Fi на самом деле, а не GPS. Да, скорее всего, здесь Wi-Fi антенны. А GPS-овский разъем с модуля не выведен. В принципе, мало кому нужен. Питание сколько у них? Здесь, я думаю, что 24 вольта. Плохо. Но вот здесь вот написано, кстати. Посмотрим. Написано 9.36. Ну, вот тоже, хорошо. Почему не 48? Вот есть ПУЕшный коммутатор на 48 вольт. Вот есть к чему стремиться уже. Не дотянули? Не дотянули. Тоже такая вот. Ну, что такая красивая. Слушай, ну грязи не отстирано, все хорошо. Давайте их две положим рядом. Обе устройства. Опа. Нам пришлось, так скажем, разориться и заказать. На слово не поверили, что вернем оборудование в целости и сохранности. Поэтому после тестирования мы их, наверное, продадим. Ну, либо поставим, посмотрим, как себя зарекомендуют. Они точно с подогревом? Да, сказали, тогда что... Тогда в Ниву их в сиденье. Нет, я думаю, что в холодильник, в морозилку. В кого? В бокс, в морозилку. В кого?
на сутки. И потом включить и посмотреть, а пойдет ли. Это на улице. Ну, это интересный тест. Так что смотрите, как будет время у нас, мы это все покажем.